В Международный день детского театра 20 марта в 12-й раз состоялось открытие регионального фестиваля «Лицедей-2018». Директор Ульяновского драмтеатра Наталья Александровна Никонорова, которая встречала в этот день гостей, назвала фестиваль своеобразной театральной олимпиадой лучших спектаклей сезона прошлого года. Здесь есть что посмотреть. И вот я, например, очень волнуюсь, достанется нашей чайке какой-то приз или нет такой серьезный. И в театре кукол интересные программы. Иван Фантерибли, который 10 лет отмечает в этом году. Он родился как раз 27 марта, Международный день театра, ровно 10 лет назад этот театр. Ну и замечательное событие, что накануне нашего фестиваля государственный статус получает молодежный театр наш. В фойе театра в этот день можно было пообщаться с руководителями и актерами всех театров региона, которые участвуют в Лицедее. Очень радостно, что пришла весна, наступили праздники, Международный день театра для детей и молодежи сегодня 20 числа, 27-го Международный день театра, фестиваль Лицедей. Видишь, большое количество коллег, очень приятно, у всех приподнятое радостное настроение, здорово, фестиваль. Прямо перед самым началом открытия мы познакомились с удивительным человеком, поэтессой Галой Узрютовой, которая в этом году вошла в состав жюри фестиваля. Я очень рада, что меня пригласили принять участие в работе жюри фестиваля Ульяновских театров «Лицедей». Я считаю, это уникальная возможность увидеть, чем сегодня занимаются наши театры, ведь зачастую мы знаем только, чем занимается главный театр, а в других точках мы и понятия не имеем, представления, что там происходит. И сейчас все это собрано в одном месте, в таком формате в недельном, и просто это нельзя пропустить. А в это время зрительный зал наполнялся поклонниками театрального искусства. После того, как прозвучал последний звонок, началась торжественная церемония открытия фестиваля. По традиции на сцену вышли участники театральных коллективов, которые в течение фестивальной недели будут бороться за победу в номинациях «Лицедея», а также члены жюри во главе с председателем, актером театра и кино, телеведущим, заслуженным артистом России Юрием Григорьевым. Я вам должен сказать совершенно честно и открыто, я очень люблю приезжать к вам, потому что вы зритель тот, который вот из тех 3-4 городов, там еще Томск к вам приближается, очень чутко чувствующий, сопереживающий, очень внимательный, очень отзывчивый и очень интеллигентный. Это дорого стоит. Я вас с этим поздравляю. Спасибо вам. С приветственным словом выступила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба. От всего правительства Ульяновской области и присоединюсь к Владимиру Александровичу, от Сергея Ивановича Мороза, нашего губернатора, я, конечно, хочу пожелать, чтобы каждая минута этого фестиваля дала радость открытия, дала радость свершения. Пусть у всех наших замечательных актеров будет то, и случится то, что еще до сей поры не случилось. Пусть у членов жюри никогда не будет сомнений в том, что они делают правильный выбор. Но пусть у нас с вами, у благодарнейших зрителей, будет желание аплодировать стоя, кричать «Браво!» и переживать потом это ощущение еще день и день и день и день. Всех с открытием и не иссякнуть вдохновения. Сразу после церемонии открытия драмтеатр имени Гончарова представил на конкурс спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.